Талантливых детей по всей России несчитанное количество. Главное вовремя разглядеть подаренные природоспособности и направить в нужное русло. Для центра «Алые паруса» это первостепенная задача. Как в Ульяновской области выявляют и поддерживают одаренных детей, приехала посмотреть делегация из соседней республики Мариэл. Мы бы хотели показать и посодействовать с нашими коллегами с Республики Мариэл во всех абсолютно направлениях, которые есть в нашем центре. Это и направление наука, которое базируется на естественно-научном направлении, в том числе при сотрудничестве с Аграрным университетом. Насколько мы знаем и тоже уже пообщались с коллегами, они тоже в Республике Мариэл очень тесно сотрудничают по направлению аграрным. Да, и это, наверное, может стать такой хорошей точкой взаимодействия как на образовательных программах, так и на профильных сменах. Помимо естественно-научного направления, коллегам из Мариэл предложили обмениваться опытом и кадрами в творческих профилях, таких как живопись и музыкальное творчество. В Ульяновском центре дети развиваются, как говорится, по полной. Тут и спорт, и литературное творчество, и робототехника, основы фармакологии и физика для лириков. В центре взращивают и новых Микеланджело. На занятиях скульптурой юные творцы пытаются воссоздать знаменитую статую Давида. Сейчас я начинаю все с массы плеч и шеи. Потом уже будет масса головы, лицо и волосы. Как давно ты этим занимаешься и насколько тебе нравится этот процесс? Это очень интересный для меня процесс, все расслабляет, иногда бывает сложно, но по большей части мне это нравится. Сейчас Центр выявления и поддержки одаренных детей занимается с ребятами по 92 образовательным программам. Воспитанники «Алых парусов» регулярно участвуют в престижных конкурсах и привозят призовые места. Получать знания и развивать таланты помогают лучшие педагоги из школ и университетов области. Аналогичный центр откроется в Мариэл в 2023 году. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.